Хорошо уже то, что во втором тайме команда проявляет характер, проявляет вот эти скорости, проявляет такой коллективизм. И за счет хорошей игры за тайм, поверьте мне, 4 гола забивать за 40 минут – это очень тяжело. И не забили еще много моментов. Вот это больше всего огорчает. Радует то, что эти моменты создаются, значит, они играют правильно. А то, что они их не забивают, здесь нам надо работать на тренировках. У нас еще есть месяц, поэтому мы, наверное, займемся сейчас вот этими компонентами игры, как реализация выхода 1 на 1, 2 в 1. Поэтому мы не можем сразу все обхватить, да, все виды деятельности футбола. Поэтому вот вырисовывается такая проблемка, значит, будем работать над ней. А так, хороший, даже можно сказать, отличный второй тайм. И спасибо ребятам за правильный характер и за классную игру. Понятно, что были замены, но все-таки вот откройте секрет тренерский. Почему понеслись все ребята и те, кто играли в первом тайме сразу после перерыва? Что такого вы им сказали в очередной раз? Вы знаете, ничего не сказали, просто поддержали ребят. Мы видели, что моменты есть, полумоменты есть. Мы перестроили игру, мы перешли на 3 защитника и играли, если все видели, в 5 нападающих. В 5 нападающих, и это принесло результат. И, соответственно, после того, как мы повели в счете, мы опять перестроились на 4 защитника и уже играли 4-3-3. То есть мы в этой игре использовали 3 разные схемы, и радует то, что ребята в эти 3 разные схемы очень хорошо играют. Конкуренты немножко расчищают вам путь к золоту. Осекся «Зенит». До этого там другие результаты тоже, которые были только в плюс нашей команде. Как ребята воспринимают вот это бремя лидерства? Бремя ли это для них? И что вы собираетесь делать в последующих турах, чтобы удержать позиции? Вы знаете, мы играем и живем от игры к игре, и, соответственно, никто в турнирную таблицу не смотрит, и мы в том числе. Поэтому мы даже не знаем, кто как сыграл, насколько отрыв. Как говорится, очки по весне посчитаем. Вот. То, что мы на первом месте, это радует, конечно. Мы тоже живем не в глухом пространстве. Нам все говорят, что мы идем на первом месте. Поверьте, мы таблицу не смотрим. Мы с таблицу не смотрим, мы играем от игры к игре. У нас есть задача научить ребят играть в правильный, агрессивный, красивый футбол, который нравится болельщикам.